Привет, меня зовут Константин Шведов, и наш сегодняшний обзор будет посвящен наборам детской перкуссии Flight. В ассортименте есть несколько наборов на 3 предмета, на 6 и на 10. Рассмотрим же самый большой набор. Посмотрим, что в этом наборе есть интересного. Ну, первое, что попалось на глаза, конечно, это яркие пластиковые кастаньеты. Конечно же, ни один набор перкуссии не обходится без маракасов. Тон-блок гуира. Это я использовал инструмент как тон-блок, а это как гуира. Цимбалы. Популярный нынче этнический инструмент. Можно еще надевать на пальцы, на разные и играть. Тамбурин. Треугольник. Не только геометрическая фигура, но и прекрасный инструмент. Создает волшебство для детей. Еще одно гуира. Обычно с помощью гуира дети изображают лягушку. Джингл-стик создает праздничное настроение. Наверное, самый взрослый инструмент из набора. Можете аккуратно забрать его втихую и носить с собой, чтобы играть, например, вместе с гитарой. Ну и, конечно, самый волшебный и красивый инструмент, с помощью которого можно создавать музыку, получить основы музыкальной грамоты и так далее. Всем детям очень нравится. В общем, огромное количество разнообразно звучащих инструментов подойдет для занятий орфпедагогикой, для детских садов или для любых детских занятий. Ну и, конечно же, дома очень важно иметь разные инструменты, потому что малышам важно слышать и уметь самим воспроизводить разные звуки. Также здорово, что есть чехол, потому что это позволит избежать беспорядка дома.